Привет. Меня зовут Александр, я расскажу, как вы, наверное, уже догадались о теории относительности. И о искривлении времени при движении с большими скоростями. Есть ли тут люди с профильным физико-математическим образованием? Хорошо. Есть ли тут люди, которые помнят там три закона Ньютона? Их больше. Есть ли тут люди, которые изучали теорию относительности, частную теорию относительности, общую теорию относительности? Поднимите руки, кто знает разницу между частной и общей теорией относительности. Так, вы семеро, уходите. Вам будет скучно. Хорошо, основным нашим устройством познания на сегодня будет мысленный эксперимент. Что такое мысленный эксперимент? Это моя рука. Представьте, что у меня в руке мяч. Что будет, если я резко уберу руку? Мы только что поставили мысленный эксперимент, весьма удачно, сделали из него много выводов, мяч упадет, я думаю, он отобьется сначала, потом еще разок, а потом покатится. Хорошо, это был наш первый мысленный эксперимент, вы все справились. Давайте пойдем дальше. Давайте для начала определимся, что такое расстояние и абсолютно ли оно. Представьте, что сегодня ночью вся наша Вселенная увеличилась в два раза. Вся, в смысле, вообще вся. Вы, я, стульчики, стены, все линейки во Вселенной увеличились в два раза. Длины всех волн увеличились в два раза. Сможем ли мы заметить это? Нет. Сможем ли мы поставить какой-то эксперимент, который определил бы это? Если мы хотим измерить что-нибудь, мы его сравниваем с чем-нибудь другим. Обычно мы сравниваем то, что мы измеряем, с сантиметрами и метрами на наших линейках. Что такое метр? Раньше метр определялся как длина платинового брусочка, который хранился в подвале Севера во Франции. Потом метр определяли как дробь длины волны излучения криптона 86 в специальных условиях. А потом еще точнее измерили скорость света, и теперь этот метр определяют как дробь от скорости света, измеренной в тех же самых брусочках из подвала Севера. И таким образом, если мы хотим измерить что-то, мы сравниваем его с чем-то другим. И если нет никакого абсолютного размера, то мы считаем, что размер относителен. Мы узнаем его только в сравнении с чем-то другим. То же самое справедливо в отношении интервалов времени. Много или мало час? Много или мало день? День — это один оборот Земли вокруг своей оси. Час — это 1/24 этого оборота. Оборот Земли вокруг оси — это физический процесс. И таким образом мы сравниваем длину какого-то промежутка времени с каким-то физическим процессом. И снова же мы измеряем время, сравнивая его с чем-то. Таким образом, промежутки времени относительны. Точно так же относительно направления. Когда я говорю «вправо», то для вас это очевидное «лево». Когда мы говорим «низ», то мы имеем в виду направление к центру планеты, когда мы на ней стоим. Для ребят с другой стороны планеты низ будет в обратную сторону относительно нас. Для меня право сюда, для вас право туда. Таким образом, направление, точно так же, как диапазоны времени, точно так же, как расстояние, относительно. Абсолютно ли движение? Или оно неким образом отличается от интервалов и расстояний? Представьте, что по рельсам идет поезд со скоростью в 60 км в час. Туда. Вы знаете, поезда этой частью туда ездят. Представьте, что я иду по вагону этого поезда туда со скоростью в 3 км в час. С точки зрения Земли моя скорость будет 57 км в час. Я на 3 км в час медленнее, чем поезд. И относительно Земли моя скорость 57 км в час. Земля в это время летит вокруг Солнца со скоростью в 30 км в секунду. А Солнце вместе со всеми планетами летит вокруг центра галактики со скоростью в 200 км в секунду. А галактика движется относительно сверхскопления галактик и так далее, и так далее. И нет какого-либо пути измерения движения предмета, кроме как относительно какого-то другого. Мы должны ввести какой-то предмет и двигаться относительно его. Представьте, что в нашем космосе нет ничего, кроме волчика и котика. Представьте, что они движутся примерно вот так. И улетаем вдаль. Что видит волчик? Волчик висит, абсолютно неподвижный в космосе. И рядом, мимо него, пролетает котик и улетает вдаль. Что видит котик?
Котик висит абсолютно неподвижный в космосе. Нет никаких других предметов, относительно которых он мог бы замерить или почувствовать свое движение. И рядом мимо него проносится волчек и улетает вдаль. Кто мимо кого летел? Кто из них двигался, а кто нет? Двигались ли оба? Двигался кто-то из них? Все эти вопросы не имеют смысла, пока мы не определим нашу систему отсчета, некое тело, относительно которого все двигается. Если мы называем точкой отсчета волчика и говорим, что он неподвижен, относительно него двигался котик. И наоборот. Таким образом, движение, так же, как и предыдущие вещи, о которых мы поговорили, относительно. И измеряется относительно какой-то точки, которую мы называем системой отсчета. Однако все оказалось не так просто. В 19 веке физики представляли себе пространство, пустое, вакуум, наполненное особым неподвижным веществом, эфиром. Точно так же, как волны распространяются по воде, рябью, точно так же и если откачать из бутылки свет, простите, если откачать из бутылки воздух и создать там вакуум, волны света все еще будут проходить сквозь эту бутылку. Следовательно, там все еще что-то есть, говорили физики конца 19-го, и говорили, что там есть эфир. Некое вещество без вкуса и запаха, которое неподвижно, а все во Вселенной движется сквозь этот самый эфир. И по этому же эфиру распространяются волны света. Если эфир неподвижен, не имеет вкуса, запаха, как же нам его обнаружить? Интересное решение состоит в следующем. Так как Земля движется по своей орбите с громадной скоростью, и мы с вами, и так как таким образом она должна двигаться сквозь эфир, потому что было бы очень нелогично считать, что эфир закреплен за Землей. Вы помните, да? Земля это вот там. Было бы очень нелогично, если вся Вселенная была закреплена в центре в этой точке. Таким образом, Земля должна двигаться сквозь эфир. И Маркисон и Морли построили вот такой вот прибор. Отсюда выпускалось два пучка света. Они летели по двум траекториям. Один пучок так, второй пучок так. Эта пластина, наполненная, это огромная металлическая пластина, которая медленно плавала в чане, наполненном ртутью. Была создана для того, чтобы можно было медленно ее проворачивать, и у нее не было никаких лишних колебаний. Маркисон поставил несколько экспериментов в соавторстве с разными учеными, все повышая и повышая их точность, пытаясь определить скорость движения Земли, нашей планеты, сквозь эфирный ветер, сравнивая скорость движения пучка света в одну сторону со скоростью движения пучка света в другую сторону. То есть пучок, который идет поперек эфирного ветра, должен им сдуваться и замедляться, и второй пучок, который не должен с ним контактировать. Они повторили эти эксперименты множество раз, и частично им мешало то, что Маркисон в тот момент был еще достаточно молодым ученым и сам не верил в свои результаты, но повторенные множество раз эксперименты говорили одно. В какую бы сторону мы ни мерили скорость света, как бы ни двигался его источник, скорость света намеряется всегда одна и та же. Будто бы никакого эфира нет. Это было неожиданно, потом пришел Эйнштейн и сказал, ну ладно, давайте считать, что эфира нет. Возможно, это не до конца удивительно, давайте проговорим. Свет ведет себя не так, как все остальное во Вселенной. И презрел те самые законы относительности, которые казались бы так логичны, когда мы движемся по поезду, и всегда двигается с одной и той же скоростью. Представьте, вот у нас есть луч света, выходит из пола и летит в потолок. Я неподвижен, замеряю его скорость и получаю скорость света. Если я буду двигаться вдоль луча света в потолок, если бы это был бы не свет, а что-то привычное, то я двигаюсь вдоль света, следовательно, я должен был замерить более маленькую скорость. Если бы я двигался навстречу, он из пола вылетает, я с потолка в пол бы прыгал, я должен бы замерить более крупную скорость. Но как бы я ни мерил скорость света, двигаясь ему навстречу, убегая от него, я всегда замеряю одну и ту же скорость, скорость света. В этом нет ничего логичного самого по себе. Это фундаментальное свойство нашей Вселенной. И теория относительности — это теория, которая объясняет, как происходит все остальное во Вселенной, в которой скорость света — максимально достижимая скорость. Что ж, давайте проговорим. Один из постулатов теории относительности — это факт, доказанный экспериментально, о том, что скорость света — это максимальная скорость передачи взаимодействия во Вселенной. И дальше мы увидим, что из этого исходит. А пока давайте поговорим про события, их одновременность и относительность этого.
Событие — это некий физический процесс, для которого мы договорились, что он происходит в какой-то точке в пространстве в какое-то время. Допустим, я сейчас щелкну пальцами. Это событие произошло по адресу Пушкинская, 74, вот тут. Ну, вы видели. И оно произошло в 20 часов 55 минут. Минуту назад тут не было щелчка пальцами. То есть для того, чтобы описать некое событие, нам надо задать 4 координаты. Где оно происходило в пространстве и момент возникновения этого события. Вернемся, к примеру, с нашими космонавтами. Представьте, что котик и волчек висят в космосе неподвижно друг от друга на расстоянии одной световой секунды. Одна световая секунда — это такое расстояние, которое нужно свету, чтобы преодолеть его за одну секунду. Представьте, что парни, не сговариваясь, одновременно зажигают достают из кармана спички и зажигают ее. Что видит волчек? Волчек достает из кармана спичку и видит, как через секунду котик тоже достает из кармана спичку. Волчек зажигает спичку и видит, как котик через секунду тоже зажигает спичку. Что видит котик? Котик достает из кармана спичку и видит, как через секунду волчек тоже достает из кармана спичку. Потому как информация об этом идет со скоростью света к котику. Котик зажигает свою спичку и видит, что волчек через секунду тоже зажигает спичку. С точки зрения котика он первый зажег свою спичку. С точки зрения волчика он первый зажег свою спичку. Кто первый зажег спичку? Зависит от выбранной системы отсчета. То есть некоторые события могут быть одновременны в одной системе отсчета и не одновременны в другой системе отсчета. Разберем сложный пример, связанный с этим свойством. Это оригинальная иллюстрация Брайана Грина. Брайан Грин — популяризатор науки с мировым именем. Я не позволил себе тронуть ни пикселя на этой картинке. Представьте, что у нас есть две враждующих страны. Это два президента этих стран. У нас сейчас идет война, все устали и, в общем-то, не против подписать мирный договор, но никто не хочет подписывать его первый. Понимаете? И тогда наш консультант придумывает такое решение. Мы поставим лампочку в середине стола, четко измеряем, чтобы вот тут, вот тут были одинаковые расстояния. По щелчку на кнопку мы зажгем лампочку. Каждый из президентов увидит свет лампочки, который дойдет до него через одинаковое время. То есть, как только зажжется лампочка, из нее полетят фотоны в наших президентов и через одно и то же время долетят до каждого из них. И когда каждый увидит сигнал, он подпишет свою копию договора, и у нас есть видеооператор, который засвидетельствует это, и потом по видео мы подтвердим, что они подписали абсолютно одновременно. Ни у кого нет в этом никаких сомнений. Согласны? Прежде чем я перейду на следующий слайд, представьте, что мы в вагоне поезда, идеально смазанного поезда, хорошего такой, какой-нибудь маглев, допустим, чтобы не было этих пропилов на рельсах. Мы в вагоне поезда хотим поиграть в баскетбол или в пинг-понг. Сможем ли мы это, удастся ли нам это? По моему опыту, я не пробую играть в баскетбол и в пинг-понг в поезде, но я пробовал другие всякие вещи делать. Все их удается сделать. И вы были в этой ситуации, когда вы просыпаетесь среди ночи от шума поезда, выглядываете в окно, а там другой поезд едет. И непонятно, это ваш поезд едет, тот поезд едет, оба поезда едет, или это сон. И это второй постулат теории относительности. Такие системы, как замкнутый поезд без окон, который едет по идеальным смазанным рельсам, без ускорения, с равной скоростью, называются инерциальные системы отсчета. И у них есть интересное свойство. В рамках этих систем отсчета мы не можем сказать, движемся мы прямолинейно или равноускоренно, или мы стоим. Внутри вот этого вагона поезда, если мы зашторим все окна, мы не сможем сказать экспериментально, допустим, мы не слышим никаких звуков, рельсы идеальные. Движется сейчас, вагон и стоит. Мы не сможем поставить такой эксперимент, и мы сможем сыграть в баскетбол, и все будет честно. Зная этот факт, наш консультант использовал свои знания в следующий раз в более противоречивой ситуации. Другие два президента также хотели подписать такой же договор, но дело происходило в вагоне поезда.
Наш консультант знал теорию относительности, и он знал, что если мы поставим этот же эксперимент с лампой и двумя президентами внутри вагона поезда, то все произойдет в порядке. Потому что свет у нас что? Распространяется с одинаковой скоростью во все стороны, а внутри поезда мы не можем поставить никакого эксперимента, который подскажет нам, движется он или стоит. И действительно, видеооператор, который был внутри поезда, засвидетельствовал, что свет дошел до каждого из президентов через одинаковое время. То есть у них был свой видеооператор. Но лишь подписав договора, а всем внутри вагона, казалось, что они были подписаны одновременно, они тут же услышали новости о том, что разгрозилась война с новой силой, потому что поезд в это время проезжал мимо перрона, где много людей, которые наблюдали за важной процедурой, за историческим моментом, много людей засвидетельствовали, что первым подписал тот президент, который был ближе к концу поезда. И камера на перроне подтверждает этот факт. Поезд двигался, и камера внутри поезда говорит нам о том, что оба договора были подписаны одновременно. А камера снаружи поезда говорит нам, у нас стеклянные вагоны, вы же понимаете, говорит нам о том, что президент, который был ближе к задней части поезда, подписал договор первым. То есть какое-то событие, какие-то два события, которые были одновременны в рамках одной системы отчета, с одной точки отчета, могут быть не одновременны в другой точке отчета, могут произойти в другом порядке. И это важный пример. Кто осознал и понял этот пример? Кто понял, что если мы смотрим снаружи, то задний президент подпишет первым? Давайте не спешить. Мы смотрим на этот поезд. У нас зажигается лампочка. И мы снаружи смотрим, от лампочки полетел свет в обе стороны. Мы смотрим снаружи, и вот, допустим, он долетел до этих точек, да? И вот у нас свет сейчас тут, еще не дошел до наших президентов. За это время наш поезд слегка сместился по рельсам. Понимаете? А свет, он как бы не может замедлиться вместе с поездом, и поезд на него никак не влияет, и скорость света всегда одна и та же. Таким образом, в тот момент, когда свет дошел до сюда, этот президент немножко уже удалился от него, а этот немножко приблизился к нему. Но это мы наблюдаем только со стороны платформы, снаружи поезда. А внутри поезда мы констатируем, что свет доходит до них с одной и той же скоростью. Потому что иначе мы смогли бы поставить эксперимент, который бы сказал, движется сейчас поезд или стоит. Это один из самых сложных примеров, о которых мы будем сегодня говорить. Нормально, если вы не поняли его сразу. Не очевидно, что одновременные вещи могут происходить не одновременно. Но подумайте о нем еще на досуге. Зачем нам все это? Некоторые события происходят не одновременно, в другом порядке. И, возможно, некоторые события происходят не с той скоростью, как мы о них думаем. Прямо сейчас, сидя в этой комнате, вы все не передвигаетесь по трем осям. Никто из вас не движется ни на север, ни на юг, ни на запад, ни на восток, не прыгает вверх, не копает под землю. Но все мы сейчас передвигаемся по четвертой координате, по времени. Согласны? Время для каждого из нас течет. Давайте для простоты я скажу, что все, кто сейчас не двигается, перемещаются по времени со скоростью света. Смотрите, я сейчас буду двигаться в ту сторону со скоростью 5 км в час. И пройду дальше за час 5 км в ту сторону. Теперь, если я буду двигаться чуть-чуть правее с той же скоростью, ну вот туда пойду, согласны? То я в то направление пройду 3 километра и в то направление пройду 2 километра. Мой потенциал по движению в ту сторону, из-за того, что я иду теперь правее, туда я пройду меньше. Точно так же, когда в четырехмерном пространстве времени, в котором у нас связаны все четыре координаты, туда, сюда, сюда и время, если мы начинаем двигаться по каким-то координатам в пространстве, скорость нашего движения в пространстве вычитается из нашего движения во времени. К каким интересным следствиям это приводит и как мы это наблюдаем? Фотоны — это небольшие частицы, которые передают свет. Для нас сейчас это упрощение будет достаточным. И наша Вселенная появилась почти 15 миллиардов лет, и в тот момент в Большом взрыве выделилось большое количество фотонов, которые сейчас являются реликтовым излучением. Все эти фотоны, которым
только что я сказал, почти 15 миллиардов лет, если бы на них были часы, и они могли бы на них посмотреть, то на часах было бы 0,0,0,0. Так как фотоны двигаются со скоростью света, это частицы, не имеющие массы, то их скорость движения по пространству вычитается из их времени, и время для них стоит. Другой пример с частицами, имеющими массу. Важно отметить, до скорости света могут разгоняться только частицы, не имеющие массы. Другой пример с частицами, имеющими массу. Мюоны — это другие частицы, которых живут крайне мало, долю секунды. Мы их получаем, и они тут же распадаются и исчезают. Но если мы разгоним мюон до большой скорости, мы не можем разгнать его до скорости света, у него есть масса, если мы разгоним мюон просто до большой скорости, то время его жизни с точки зрения стороннего наблюдателя может вырасти вплоть до нескольких минут. Если бы на мюоне были установлены часы, они все так же показали, что мюон суммарно прожил долю секунды и умер. Сторонний наблюдатель, так как мюон очень быстрый, видит, что время мюона замедляется, и для стороннего наблюдателя он живет несколько минут, и так мы можем изучать мюоны, потому что мы их разогнали. Как это работает внутри? Почему это так происходит? Как интуитивно осознать факт растяжения времени при движении с большими скоростями? Для начала давайте поговорим, что такое время. Мы можем долго сейчас спорить. Я предлагаю очень простое определение. Большая часть физиков оно устраивает Альберта Эйнштейна. Время — это то, что мы измеряем часами. Что такое часы? Часы — это некий прибор, который измеряет некие циклические физические процессы. Это может быть колебание маятника в дедушкиных часах с кукушкой. Это может быть распад атома в неких радиоактивных элементов в атомных часах. Это в наручных часах, телефонных часах используют кварцевый резонатор, который тоже выдает тактовую частоту. Часы — это что-нибудь, что измеряет цикличные физические процессы. И я хочу познакомить вас со своими любимыми часами. Самые бесполезные и неудобные часы во Вселенной, но самые простые. Это фотонные часы. Представьте, что... Пока не смотрите на экран. Представьте, что я держу в руках два зеркала. Они абсолютно ровные, идеальные зеркала. И я их держу параллельно друг другу. Вы видите, они параллельные, да? Я держу параллельно друг другу два зеркала. Это нижнее зеркало, это верхнее зеркало. Между двумя этими зеркалами я запускаю один одинокий фотон, маленькую частичку света, которая начинает так тынь-дынь-тынь-дынь-дынь-дынь. Я говорю, что это часы, потому что у нас есть некий цикличный физический процесс. У нас есть фотон, он делает тынь-дынь-тынь-дынь. У нас тут нет больше ничего, кроме этого фотона, абсолютный вакуум. Фотон ни с чем не сталкивается, нет никакого трения. Допустим, он у нас хороший, послушный, будет делать так вечно. У нас есть часы, прыгает фотончик. Мы можем договориться, что 1000 вот этих тындынь будет секунда. Теперь представьте, что будет, если мы начнем двигать эти часы в пространстве. Смотрите, вот это наши неподвижные часы. И фотончик делает тынь-дынь, тынь-дынь, тынь-дынь. Если мы начинаем передвигать наши зеркала в пространстве, делать вот это. Помните, мы играли в вагоне в волейбол, все получалось хорошо, баскетбол, все получалось хорошо. И когда мы начинаем двигать наши зеркала, фотон обязан двигаться вместе с ними и не может никуда отсюда пропасть, потому что иначе бы он нарушил первый постулат теории относительности, который говорит о том, что в рамках инерциальной системы отсчета нельзя определить, система движется или стоит. Если бы наш фотон вылетал, то, находясь в поезде, мы бы не могли играть в волейбол. Фотон вынужден двигаться за этими часами, и тут происходит интересное. За счет того, что мы двигались, этот путь вырос. Ну, очевидно, что вот этот путь по диагонали длиннее, чем ровный путь вниз, чем падение. Мы помним, что фотоны двигаются ровно со скоростью света. Фотоны не умеют двигаться быстрее. И так как путь вырос, фотон не может его лететь быстрее. Он будет лететь с той же скоростью, что и там. Но так как путь вырос, теперь он будет реже делать тынь-дынь, тынь-дынь, потому как ему нужно пройти больше путь. Чем быстрее мы двигаем наши зеркала, тем сильнее растет путь фотона.
Если бы, я повторяю, если бы, потому что у зеркал, ну, видите, они тяжелые, я руками их держу. Если бы у зеркал не было массы, и мы могли бы двигать их со скоростью света, произошло бы интересное. Однажды, отбившись от нижнего зеркала фотон, никогда бы не ударился в верхнее зеркало, а всегда бы летел, пытаясь его догнать, потому как зеркало движется со скоростью света, фотон догоняет его со скоростью света, и вся эта конструкция летит туда. Еще раз проговорим. Когда мы начинаем двигать зеркала наших фотонных часов, путь фотона увеличивается, и касание стенок становится реже. Мы договорились, что одна секунда — это миллиард вот таких вот касаний. Если мы будем двигать... Тысяча. Баскетбол — тысяча. Если мы будем двигать часы, то с точки зрения внешнего наблюдателя, для того, чтобы натикать миллиард, нужно будет больше времени, чем одна секунда. Но с точки зрения часов, одна секунда пройдет именно тогда, когда пройдет миллиард этих колебаний. Мы же договорились, что секунда — это миллиард колебаний. Понимаете? Тысяча. Теперь, нет ли тут какого-то подвоха? То есть, может, это у нас просто часы какие-то бракованные? Если бы мы мерили обычными карманными часами, все было бы не так. Нет. Подвоха нет. Может, это касается только часов, но не работает там, допустим, со мной. Все процессы в моем организме, такие же физические процессы, как этот тындынь фотона. И если бы я двигался с очень большой скоростью, то так же, как тут, фотону нужно больше времени, и касание становится реже, все в моем организме протекало бы тоже медленнее, но только с точки зрения стороннего наблюдателя. И фотон внутри этих часов, и я, ускоренный до большей скорости, не заметим никакого факта замедления себя. Для себя мы будем чувствовать себя нормально, как обычно. Но мы констатируем, что вся Вселенная вокруг ускоряется. Представьте, что мы фотон, который появился в момент большого взрыва. Вся Вселенная, и та, что уже существовала, и то, что будет еще дальше, для нас будет моментально. Представьте, что мы какая-то частица, имеющая массу, но просто движущаяся почти со скоростью света, так что для нас время замедлено в тысячи раз. Нам будет казаться, что вся Вселенная вокруг ускорена в тысячи раз. И единственный способ это вменяемо осознать на интуитивном уровне, это смотреть на часы, которые движутся, путь фотона растет, вспоминать, что скорость света не может вырасти, и таким образом он должен просто реже касаться этих пластин, так и замедляется наше время. Хорошо. Давайте чуть-чуть резюмируем, о чем мы говорили. Мы обсудили относительность расстояний. Мы обсудили относительность интервалов времени. Мы обсудили относительность направлений справа, слева, вниз. Мы обсудили относительность движения. Нам нужна некая точка, относительно которой мы движемся. Мы обсудили относительность одновременности событий. И в конце поговорили про замедление времени при движении. Это все следствие, связанное с частной теорией относительности, которую Эйнштейн разработал в 1905 году, и которая объяснила факт того, что свет ведет себя не так, как все остальное во Вселенной. Что ж, спасибо большое.